Такая вот она красавица. Она мне не влазит. В кадр не влазит. Вот такая харьковская елочка. Ха-ха-ха. Да, ёханый бабай. Так прикольно, да, вот это переливается. Пишу, класс. Обалдеть. Охрененно, да? Такое ощущение, как будто это все на нее что-то светит. На самом деле она сама по себе светит. Но не греет. Елка светит, но не греет. Короче, это бесконечный залипон. Вообще красота. Капец. Такое, как будто на нее откуда-то, да, свет идет. Это лампочки. Блин, она здоровая ж, ё-моё. Как же вам показать, чтобы вы поняли, какая она большая. Самая большая елка Украины. Обалдеть. Ну, короче, я не знаю как. О, можно вот с машинкой вам сравнить, чтобы вы поняли всю соль. Только много людей, все ходят и мешают мне снимать видосик. Ну, так примерно по сравнению с машинкой она у нас выглядит. О, вот цвет нашего флага, это вообще супер. Капец какой, да? В общем, красота, мои дорогие, что я вам могу сказать.